Сегодня я вам расскажу кое-что про классический экзерсис и покажу вам некоторое упражнение классического танца у станка. Обычно весь классический экзерсис мы делаем с двух ног, с правой и с левой. Рука у нас держится во второй позиции. Сейчас мы сделаем все с правой ноги. Ноги ставим в первую позицию, ручка в подготовительной позиции. Делаем препарасьон и раз, локоточек. Смотрим в кисточку и раскрываем третьим пальчиком, отводим ручку в сторону. Мы делаем демиплие. Спинка держится ровная, пяточки держатся. Алендже. И мы делаем грандплие. Опускаемся вниз, пятки максимально держатся. Коленки смотрят в сторону, спинка ровная. Наклоняем голову в ручку и открываем. Вторая позиция. Тоже мы делаем демиплие. И грандплие. Четвертое. Можем взять с переходом. Можем сделать пор-де-бра. Наклониться к ножке. И грандплие. Следующее движение батман-тандю. Делается оно с пятой позиции, можно и с первой, но мы сейчас делаем и с пятой. Делается оно крестом. Мы открываем ножку вперед, возвращаем ее в пятую. В сторону, возвращаем ее в пятую. Назад. Очень важно при этом движении, чтобы ваши внутренние мышцы работали, коленки разворачивались, все было натянуто. И ваша стопа должна тоже напрягаться. И пальчиками ощущайте весь пол, как кошечка, как кошачьи лапки. Я сейчас делаю это движение в полупуантовых туфлях, но обычно это можно делать совсем в мягких балетках, для того, чтобы лучше ощущать пол и иметь контакт с ним. Еще раз. Вперед. Сторона. Назад. За себя не делайте вот так. Ножка должна быть за себя. И в сторону. Ручка все это время может быть во второй позиции. Третья наша балетная комбинация – батман жете. Делается она из пятой позиции. И ножка открывается сейчас на 25 градусов. Тоже так же во всех направлениях делаем крестом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом движении также коленки вытянуты, стопочки натянуты. И сокращается стопочка только когда вы доходите до батман-тандю. Вот это вот пике. У вас должны быть сильные пальчики, и вы должны слышать звук. Четвертое классическое упражнение «Ронде-жамп-партер». Делается оно с первой позиции. «Ронде-жамп-партер» делается «андеор» и «андета». Препарасьон. Раз и два. «Ронде-жамп» с французского переводится как «ронд». Круг. Мы рисуем как бы половинку круга. Это андеор. И делаем обратно. Это андеда. Старайтесь пяточку при этом выворачивать, чтобы она не смотрела у вас в потолок. Она должна смотреть вниз и выворачиваться наоборот. Здесь как бы посылать вам привет. Все время вы в классическом, все классические движения старайтесь делать очень выворотно, работая вот этой вот частью внутренней. Внутренними мышцами разворачиваете, и коленки должны всегда смотреть в сторону. Пятое упражнение – фондю. С перевода с французского языка означает «тающее движение». Мы садимся опорной ножкой на плие. Рабочая идет на кудепье. Пальчиками вы прикасаетесь к косточке.
возле щиколотки. И делаем раз, выравниваемся, вытягиваем ножку. Два, три, в сторону, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.